Добрый вечер. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу тему Тора и наука, учение Рав Кука. Мы остановились посредине на прошлом уроке письма, которое называется в Игрот Арея, письмо, там, если не ошибаюсь, Цадик Алев, это 91-е, к Моше Зайделю, где он спрашивал вопросы по поводу соотношения как раз Торы и науки, возраста мира и так далее. Я напомню ответы, которые у нас были. Мы сказали в конце, что в Торе так же, как и в жизни, мы часто говорим, иногда мы говорим развернуто, иногда коротко. Когда сказано, что царь Соломон построил храм или построил дворец, мы все понимаем, что это коротко, а на самом-то деле он приказал своим министрам, они приказали своим архитекторам, которые сказали рабочим и так далее. Да? То есть понятно, что не сам царь Соломон месил глину. Да? То же самое, когда мы говорим о том, что Всевышний создал там мир, мы можем сказать, это иногда Тора говорит развернуто, иногда говорит кратко. Это было одно из ответов, которые Рав дает. Теперь давайте обратим внимание на следующее. Итак, я даю нам сейчас. Так, мы возвращаемся к тексту. У нас опять, к сожалению, нет перевода, но, соответственно, будем писать на той бумаге, которая есть. Итак, мы начинаем вот здесь. Ватохен давар. שיש משקל מיוחד לכל רעיון המחשבה, לזמן לידתו ופעולתו, ואין שום מקרה והזדמנות בלתי מכוונת כלל. И смысл всего он в том, что любая идея у нее есть причина, есть смысл, есть божественное провидение в том, когда она появляется и начинает действовать. И нет ничего в нашем мире случайного. К чему это нам говорит? Тому, что у нас пойдет дальше. Так читаем дальше. Ле Машаль. Анас нухулим лягин. Вия нуда дварт нуата арец. לפני כמה אלפי שנה למפרע בהמון, היה המין האנושי מתיירא לעמוד על הרגליו, וניפול מכוח התנועה. וקל וחומר שהיה מתיירא לבנות בניינים רמים, וזה היה מביאו לרפיון לב ומניעת פיתוח שנשאר. והחשבון של כוח המושך לא היה יכול להבטיחו, אחרי ראותו בעיניו שכל דבר עומד על דבר מתנועע איננו בטוח מנפילה. Например, мы можем понять, что если бы люди знали тысячи лет тому назад, если бы тысячи лет тому назад люди бы узнали о том, что земной шарик он движется, крутится вокруг себя очень быстро, крутится вокруг Солнца еще быстрее. Если бы это узнали люди тысячи лет тому назад, что бы было, то люди бы боялись стоять на ногах. С тем, чтобы не упасть из-за того, что то, на чем они стоят, это движется Земля. А тем более, они бы боялись строить высокие дома. И это бы привело людей к ослаблению
их желания и воли усовершенствовать и заселять мир. А знание о силе гравитации не сильно бы им помог. Почему? Потому что то, что они видели глазами, что любая вещь, которая лишь находится на чем-то, что движется, она может упасть. Раскроем это предложение немножко шире. На сегодня у нас очень сильно развито абстрактное мышление. Но мы все, допустим, можем вспомнить, что в первом или третьем классе, когда мы учили про то, что Земля круглая, все спрашивали, а как стоят и не падают люди? Шарообразные. Шарообразные, конечно. В данном случае нас устроит и круглая, конечно. Шарообразные. Круглая может быть плоская. Это... Да, но вопрос-то у нас какой? А как стоят люди снизу? Правильно? У всех первоклассников появляется вопрос, а как люди снизу стоят? Им объясняют, а их гравитация притягивает к Земле. И все первоклассники не удовлетворяют их этот ответ, потому что они же головой вниз там стоят. Да, то есть даже у нас сегодня знание, оно абстрактное, оно очень часто противоречит знанию, которое мы ощущаем, чувствуем, видим. Мы видим, что Земля, она плоская. Потому что до горизонта она плоская. Мы умеем разделять то, что мы видим глазами и чувствуем нашими органами чувств. И тем, что мы знаем, что на самом деле она круглая. Да, она очень быстро движется, но нас как бы это не влияет. Но человек тогда этого не умел делать. И все знание, оно у него переходило в область того, что он чувствует и видит. А представьте себе, что вам рассказывают, что на самом-то деле вы сидите на каком-то поезде, который мчится куда-то очень быстро. Вы, как это, вцепитесь в него руками, зубами и ногами и будете... Так вот сидеть, да? То же самое здесь. Теперь, к чему это Рав говорит? Очень просто. Человеку до... Секундочку. Человеку до того, как он вырос в этом плане. И не нужно знать, что Земля движется. Ему не нужно знать, что Земля шарообразна. Это его, вместо того, чтобы помогать ему расти и продвигаться вперед, наоборот, затормозило бы его и сбросило бы, или, может быть, еще хуже, полностью бы предотвратило всякую возможность развития. Это то, что Рав говорит. Всякой идее есть время, когда она приходит и начинает действовать. И если эту идею дать раньше времени, она будет вредить вместо того, чтобы приносить пользу. Давайте закончим то, что Рав эту идею дала. Рака хайба груд шлергель ефе. А я маком лецета акара. Шитну ата арец. Шлоти кабелену шиют мизе ахтов. И только после того, как человек, как человечество, оно выросло, возмужало, только тогда пришло время буквально вылезти, да, открыться идее о том, что Земля у нас движется, и тогда от этого человечества у нас будет получать от идеи только благо. Ой, я не сделал таки шер. Давайте начать. Продолжаем. Кенада вар наук, гамкен бияхаса руханиют. Лемашаль.
Ашгахат Ашем Итбарах. И Исода Мусара и Нуши. Вацлахато. Вылекаши Итбарер Ефебу Улам. Беда Гдула Убьера. Уйе Исода Оше. Лой Уви, Лой Шхиту, Биколар Кучи, Кимала Арец. Дат Эташе. Как мы сейчас привели пример материальный, сейчас мы переходим на духовные вещи. Итак, также точно так же, как это у нас происходит в материальном, так же это происходит и в духовном. Например, провидение Всевышнего, что он наблюдает за всем и ведет историю. Это основа морали, это основа человеческой морали и ее отслаха, ее успеха, да? Чтобы мораль у нас была успешной, чтобы она смогла победить. Да? У нас есть очень важная идея о том, что Всевышний интересуется человеком. Хорошо. Так. Вейны, кнест Исраэль, айта цариха лейтамэль арбэ аль коль увдэ вода зара ля винам шим годэль абрия эним коль зот адам и вузэ отшило е эрэх лян гагатуа мусари. Кима и цира мусарит шили адам и хашува миот. Ютер ми абруим, а ютер гдулим бакумутам лен эрех. И вот, собрание Израиля должна была тяжело работать со всеми идолопоклонниками, с тем, чтобы разъяснить им, что со всем величием Вселенной тем не менее человек, он не презренен настолько, что нет никакого смысла в его моральном поведении. А наоборот, что моральное творение человека, оно очень важно, более, чем многие другие, созданные, которых гораздо больше по количеству, чем человек. Мы смотрим, человек, если он часть природы, часть животного мира, все в этом мире больше человека. И слоны больше, и даже муравьев больше, да? Все больше, океан больше, гора больше, человек он маленький. И это очень опасно. Это то, что мы видим глазами, это то, что мы чувствуем. Это очень опасно. Человек может сказать, я такой маленький, кому какое дело до меня? А тем более, кому какое дело, как я себя веду, морально или не очень. Чтобы человек начал вести себя морально, нужно объяснить, что ты важный. И тогда, я важный, я в центре. То, что я делаю, это важно Богу. Тогда имеет смысл себя вести морально. Несмотря на то, что вся природа, которую я вижу, себя морально не ведет. Хорошо. Да? Давайте прочитаем еще. Авай ло бы накель, ала адавар ля дбеба мекцат хутам еде азу и машмира шеля акара пнемит шель кводаше шеугамкен бейкара исода ютер агадоль ли ишталмута иношут айношит веколе ицера аклалит беавео бенецах бехаей хомер бехаей рух. Я еще прочитаю, потом приду сразу два предложения. Бекользе амаля я не драж.
Эхлятим белева катаншеля адам это махазешель гдулата ицера вешифлута адам им хизайона карат яда шема гдула. Векшу наалею мируман миколя арахим айскимим шель коль ноца. Майя им ая аз ядуа гамкен миколя амона уламота маасим шебецюрея мадаим каэт. Аз я кидат нахшав вимусрок айн. Переведем с вашего позволения. И вся эта работа требовалась, чтобы... Секундочку, не, я пропустил, я не там начал переводить. Однако не так просто получилось запечатать в сердце это, хотя бы немножко этого знания, а одновременно с сохранением постижения, сохранением знания внутреннего знания о величии Всевышнего. Что это величие Всевышнего? У нас тоже основа, одна из великих основ для развития человечества, а также любого созидания в настоящем и в вечности. В жизни материальной и в жизни духовной. И вся эта работа требовалась, как найти соответствие в сердце, в маленьком сердце человека, это видение величия мира и принижение человека вместе с видением понимание великой руки Бога и с тем, что он выше всех идеалов, которые люди согласовали друг с другом. И что бы было, если бы тогда человек знал о всех великих мирах, которые раскрыла на сегодня наука. Тогда он был бы, он бы себя видел как прах земной. И его мораль как ничто. И не было возможности бы восстановить, поднять внутри человека великий дух, дух жизни, величия, вообще. Итак, мы говорим такую вещь. У евреев была серьезная работа объяснить всему идолопоклонническому миру, что человек, он важен, и то, что он делает, это важно, и его мораль это важна. Потому что естественный природный человек, часть природы, он что он говорит? Я не важен. Теперь, это мы говорим, понимаем, когда, почему? Потому что мы видим, что мир, он велик. Одновременно с этим мы пытаемся объяснить, что Бог, он тоже велик, и он и ему интересно, интересен человек. Опять-таки, для того, чтобы человек себя вел морально и развивался морально. Потому что, опять-таки, если я не интересен Богу, то, собственно говоря, никому не интересен. Опять-таки, я велик, я мелк, кому какое дело, как я себя веду. Если я интересен Богу, то это уже важно. Это уже становится важно. Соответственно,
Это сложная работа даже в нашем мире, потому что в нашем мире, в том, что мы видим глазами, чувствуем чувствами, человек он маленький, а мир он большой, нужно серьезно работать, чтобы объяснить противоположность тому, что мы видим глазами и чувствуем чувствами. Мы видим, что человек маленький, а мир большой. А если бы мы знали, что мир, он в миллиарды, в мириады раз больше, а человек в мириады раз меньше, то и так сложная работа, которая была у нас, объяснить природному, естественному, идолопоклонческому миру, что человек это важно, была бы вообще недостижимо. Если бы мы знали про миллиарды галактик и триллионы планет, и сумасшедшее количество солнц, которое есть, и было бы невозможно объяснить, что человек, он венец творения. Вообще никак. Теперь, эта идея, она важна. Она очень важна. Для чего? Для того, чтобы человек мог продвигаться морально. И поэтому мы и не знали вначале о том, что есть много миров, что Вселенная, она огромна. У нас была проблема с тем, что мы видели глазами. И то, что мы видели большой мир, это тоже была проблема. Нам нужно было понять, что большой Всевышний и большой человек, и человек этот Всевышнего интересует. Раках шав, ахарейши гамен циюр, шая гадоль аз лейнав, кварнил хам ваяхоль, шувен мавиятиму то бешум гдула камутит лифеме. Только сейчас, после того, что с тем представлением о большом мире, которое у человека был, человек воевал и смог его победить. То есть он понял, что он человек в центре, и его моральное поведение, поэтому оно важно. И поэтому имеет хоть какой-то смысл морально себя вести. То уже теперь, когда знание и понимание о своей важности, и как следствие знание и понимание о важности собственного морального поведения уже сильно закрепилось в человеческом сердце, то, что мы сейчас узнаем о том, что есть огромная куча миров, мириады и мириады этих миров, это уже нас не сдвинет. Но это не просто так. Для этого нужно время. Это следующее предложение Рава. Аваль кулеле црихим змани ваханот ацурим васипурим Бенаним Шахими Кохас Кираш, Алябрия, Дерахамускаль, Бенабаим, Мид Галут, Ядашем, Алидейни Виав, Црихим Тамид Люд Масим и Маем, это Кохама, Дир, это Хаим, Ветацлаха Ляматата, Влоля Виля Адам, Цайд Шель Едиот, Кту Отлишта Ашеа Баэм, Бесхок Елдут. Однако все это, для всего этого нужно время и подготовка. Ацюрим ваасипурим. И то, что мы себе представляем, рисуем какую себе картину, и какой мы себе рассказ, да, какой мы себе, какую историю мы себе рассказываем. Как это сегодня называется? Storytales, да? Нарратив. Нарративы, да. Нет, но скорее, да, историю, которую мы себе рассказываем о себе. Да, нарратив, да, это называется и нарратив. Да, именно так, да. И те, которые происходят от взгляда на мир через прошедшую через мудрость, да, через науку.
И через те, которые приходят от раскрытия руки Всевышнего с помощью пророков, это должны быть всегда вещи, которые несут с собой силу, которая увеличивает жизнь. И удачу, неудачу, и, я прошу прощения, жизнь и жизнь и отслаха. Действительно, чтобы жизнь, она успешная была, действительно успешная, а не просто принести человеку выхваченные разнообразные знания, разрозненные, чтобы он игрался с ними, как ребенок. То есть, где она такая? Где она такая? Это очень важная идея. Где она в том, что каждая идея, которая проникает в мир, с точки зрения Торы мы на нее смотрим, какую моральную пользу она приносит. И мы понимаем, что все идеи, которые принесла нам сегодня наука в мир, они приносят благословение и моральное продвижение мира. Но Рав нам показывает, что эти же самые идеи, если бы они пришли в мир раньше времени, в доисторическую эпоху, они принесли бы разрушение, они остановили бы развитие, и они могли бы сбросить человека с моральной точки зрения, превратить его в животное. Та же самая идея в другое время, это может быть яд. А в наше время это может быть, наоборот, благословение. Не наоборот. То есть Рав здесь ему вообще не интересно, как бы вот практическая польза. Понятно, что это важно. Но эти идеи, которые приносят в том числе практическую пользу, обратите внимание, все эти идеи приносят практическую пользу обычно через десятки, если не сотни лет после того, как они распространились в мире. Да? Нам важно, наш взгляд, взгляд Торы, это опять-таки эти идеи, они что нам приносят? Поэтому то, что важно. И то, что находится под божественным провидением, это порядок раскрытия этих идей. Соответственно, исторически, в начальную эпоху нам было вредно рассказывать, что Земля круглая, и что Земля движется, и что Земле 13 миллиардов лет, и всякие другие идеи и знания. Потому что это не просто какие-то игрушки, как Рав сказал, поиграться вот с ними, ой, как интересно. Это идеи, которые очень серьезно влияют на развитие всего человечества. Поэтому в Торе, допустим, было и написано рассказ, который был сказано про него, что это рассказ. Во-первых, что это тайны. И во-вторых, что его простое понимание наряду с тем, что оно неверно с материальной точки зрения, оно приносит человеку пользу. А учитывая то, что объяснить человеку по-нормальному также реальный порядок сил, реальный порядок, как мир работает и как он создан, как он устроен, было просто невозможно, как Рав тоже сказал. Мы даже современному первокласснику не можем объяснить, с трудом объясняем, как люди не падают с противоположной стороны Земли, а тем более человеку, который жил несколько сотен тысяч лет назад, то эти идеи, он бы их, во-первых, неправильно бы их понял. Во-вторых, они бы ему мешали развиваться. Собственно говоря, это получится вранье.
Соответственно, Тора написал то, что он написал. Последнее предложение в нашем абзаце. И это основное объяснение, кстати. Да? Все, чтобы обратить внимание, чем дальше мы проходим, тем более объяснение, оно более глубокое и более то, с кем Рав внутренний, он соотносится. Миздаэ. Да? Выкшита скиль, безетавин, шиешерах низгав, лимаши мидгале, векен лимаши мистатер, ведарке стараем рабин, вегдулим, мифли от нативот хохма эльюна шелядон коля маасим пели юэц баруху. И когда ты посмотришь на все эти вещи, углубишься в них, ты поймешь, что есть смысл, великий смысл в раскрытии идей. И также есть великий смысл в их сокрытии. И путей сокрытия множество, они многие велики. В Плиот, Плия, Пеле, в волшебном, в сокровенном, да, путей мудрости высшей, господина всех деяний, который Пели Юэц, он советует нам, ну, Пели, помогите мне перевести. Удивительное. Удивительное, да-да, спасибо. Да. Советующий удивительное, благословен он. Мы здесь остановимся, потому что дальше идут благословения уже из завершения письма, благословения Моше Зайделю. Когда ты пройдешься по этой дороге, ты будешь... Это нас уже интересует меньше. Итак, то есть, что Рав говорит? Последним предложением, оно очень важно. Порядок. Порядок. Раскрытие и сокрытие идей, которые распространяются в мире. Это от Бога. Это божественно. Идеи не появляются до того времени, пока они могут принести вред в основном, а не благословение. Не наоборот, когда человечество уже вызревает, идеи, которые новые, уже проявляют. Я остановлюсь здесь и хочу теперь послушать вас. Полсекундочки. Да, теперь я передаю микрофон вам, пожалуйста. Вот наша половинка, значит, письма. Как вы? То есть, как бы Рав полностью здесь разделяет науку и религию, говорит, что нас вообще не интересует, сколько времени там был создан мир и так далее. И нет у нас вообще никаких проблем с религией, чтобы мир был создан 13 миллиардов лет. И мир, и человек был создан эволюцией. И чтобы история там, Земли была 4 миллиарда лет и так далее. И у нас с этим вообще нет проблем. Это не противоречие к тому, что пишет Тора. Вот как-то, но то, что да, в руках Всевышнего, это порядок раскрытия идей, в том числе научных. Это безусловно. Да, пожалуйста, кто-то хочет сказать, как-то отнестись к тому, что мы выучили. Никто? Может быть, я не знаю, я хотел, это не совсем связано. Я обращала внимание иногда, что еврейская мысль, кабала,
баллистические всякие построения, философские и прочее. В общем, то, что называется махшава, да, еврейская мысль, она каким-то поразительным образом развивалась параллельно, вот идеи, которые там возникали, параллельно науке. И я только один пример приведу, но их много. Например, идея расширяющейся вселенной, она очень похожа на каббалистическую идею, которую приблизительно в то же самое время высказал Лешем, то есть Рав Элиши, очень крупный каббалист, с которым он Рав Кук взаимодействовал, говорят, общался, и во всяком случае очень похоже у него там есть. Они мысли... учились вместе? Да. Они учились в комнате вместе? Говорят, да. Ну, в общем, я просто слышала разные мнения, поэтому я не хочу так определенно говорить. Да. Вот у него есть идея о том, как мир был создан. То есть выбор некоторой точки бесконечности, энсоф, то, что называется, божественности. И в эту точку направляется свет, и она распространяется, расширяется. Вот так вот мир как бы функционирует. То есть совершенно неважно, какие вопросы над этим решал, сейчас неважно. Но эта модель, вот как будто она возникла в голове его параллельно с той моделью, которая возникла в голове ученых, которые представили себе и обосновали, что действительно наша Вселенная расширяется. Есть еще много параллельных и во времена Ньютона. То есть, ну, можно по-разному, конечно, объяснять. Можно объяснять, что, что они где-то услышали, что-то увидели, сравнили, применили. Но так или иначе, получается, что и вот вообще все развитие идей не только научных, у него есть какой-то определенный ритм и определенный план, и они возникают последовательно в мире в соответствии с этим божественным планом постижения мира во всех его областях. Секундочку, вы сказали просто две идеи. Одна идея, что есть взаимосвязь между развитием еврейской мысли и развитием общечеловеческой мысли. Это мое наблюдение, я не знаю. А второе, вот... что вы сказали, что развитие вообще мысли общечеловеческой и еврейской, оно под как бы... Это самое. Это то, что Рав сейчас говорит. Ритм, есть здесь какая-то божественная рука. Это то, что мы сейчас учили. Но то, что я хотела... Я хочу отнестись к первой половине того, что вы спросили. Что есть соответствие, то, что я понял, и от Рав Шарки, и от Рав Кука, это все так, как это, в самом худшем варианте, который может быть. То есть, в самом худшем, это все так, как вы сказали, есть соответствие между развитием еврейской мысли и развитием общей мысли, общечеловеческой. Причем, это в самом худшем варианте того, что может быть. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Сперва обычно развивалась общечеловеческая мысль. Это было эдгаром, это было вызовом религиозной мысли. Религиозная мысль принимала этот вызов, ей нужно было развиваться. Она развивалась и давала какие-то ответы, принимала что-то и так далее. Откуда я это беру? Я это беру из... Есть такая очень важная Рав Кука в этой же книге, кстати. Вот, ну, мы из этой книги некоторые отрывки приводили. Есть очень важная статья, называется «Маамар ха-дор». «Поколение». Там Рав говорит, что, ребятушки, у нас есть проблема с религией. Обычно мы привычны к тому, что проблема с религией у тех, кто не соблюдает. Рав Кук говорит, что проблема с религией у тех, кто соблюдает. Потому что человечество выросло. Человечество, его акара, его воззрение, его идеи, мысли, все-все-все, оно поднялось, оно расширилось. А мы, грубо говоря, пытаемся, не знаю, там, 16-летнего подростка пуцы-муцить на уровне подготовительной группы детского сада. Понятно, что это самое, слюнявчик срывает, и всю кашу нам
обратно в лицо и выплевывает. Потому что не в уровень. Соответственно, что нужно делать? Нужно развивать иудаизм. Нужно развивать идеи, которые есть в иудаизме. И из этого как бы проклятия, вроде бы, того, что вот много людей оставили, мы в конце концов придем к благословению, что из-за того, что это вызов, которым нужно принять в обязательном порядке, у нас здание иудаизма будет гораздо более величественным, чем без этого. Соответственно, из этого я делаю параллельно то, что вы сказали. Видимо, в каждом поколении был такой или иной вызов. Его принимали в каждом поколении свои мудрецы. Это может быть Мораль, это может быть Рамхаль, это может быть Лешем и так далее. И происходило какое-то развитие религиозной мысли. Теперь, здесь это тоже очень важная идея, что мы привыкли, я не знаю, про мы, я по крайней мере, что религиозная мысль, она статична. Мы тут все получили от Бога в начале, а потом дальше это все идет, только ухудшается, мы чуть-чуть забываем. У Рав Кука есть предложение по отношению к, вот, вообще к религии, к... и нас здесь, по-моему, тоже где-то встречается, вечное и развивающееся. Он видит вообще все творение, да, и моральное, и материальное, как, с одной стороны, прикрепленное к вечному, к вечности, к божественному, а с другой стороны, обязательно развивающееся, не стоящее на месте, не стоящее на месте. Соответственно, еврейская мысль тоже обязана развиваться, и она развивается. Так что это да, эта идея, она немножко нас коробит, но у Рав Кука это встречается много, и поэтому я могу быть спокоен, это я не выдумываю, это у Рава написано. Единственное, что тут мое, это я сделал уже, как это, cut and paste, attack at bev, да, я взял то, что я увидел в Марадор, что Рав говорит, вот у нас есть вызов, его нужно принять, из-за этого иудаизм будет более величественным. И я это перевожу, что это, видимо, было во всех поколениях тоже. Был вызов, мы его принимали и развивались. То есть было бы желательно, конечно, чтобы мы бежали впереди телеги, но... Ну, смотри, я не возражаю совершенно, что такое тоже было возможно. Но есть несколько примеров. Например, то, что я привела, это вот даже идея, это его... по-моему, даже раньше возникла, чем идея расширяющейся вселенной. Не то, что он ее взял из науки. То есть я не уверена, что это так, но те примеры, которых я там обдумывала, или которых я обращала внимание, там ощущение такое, что просто мир доходит до какого-то уровня, когда, это же не важно, в науке это, так сказать, возникло для того, чтобы объяснить какие-то явления, или такое же отношение возникло в Кабале, что поскольку мы доросли до определенного восприятия процессов душевных, мировых, неважно как, что они должны вот так развиваться, действительно, что вначале мы как бы этого это не можем воспринять, как это так, мир вот так странно функционирует. А на каком-то этапе человечество до этого дорастает, и тогда возникает эта идея, которая приходит. Это то, что я хотела сказать. То, что, я с вами согласен, это параллельно. Не обязательно еврейские мудрецы брали идеи у Аристотеля или там... Мы знаем, что брали. У Аристотеля, да, но в других мы случаях... Мы знаем, что... Я же не возражаю, что они брали. Я говорю, не обязательно. То, что вы говорите, это известно. И это тоже верно. Я с этим не спорю, это параллельно совершенно. Просто мне до этого в голову не приходило, что вот эти идеи даже не важно. Оставим параллельность. Что идеи, которые... возникают новые идеи в философии, в еврейской мысли, и они тоже регулируются так или иначе нашим развитием, способностью их воспринять. Да, конечно, да. Известно, допустим. И что они не принесут вреда, а принесут пользу уже. Спасибо. Я, кажется, должна... Хорошо. Это известно из науки тоже, что изобретения, они очень часто идут парами и тройками даже. Да, я согласен. Большое спасибо. И вот, да, в науке, например, одно и то же изобретается параллельно в нескольких местах. Это частый случай. Да.
открываются. Большое спасибо. Итак, у нас остался последний урок нашей серии. Это сикум, это как это? Заключение Рав Шерки по поводу взгляда Рав Кука на соотношение Торы и науки. Большое всем спасибо. Добрый вечер. Спасибо вам. До свидания. Всем спасибо. До свидания, Ширель. До свидания, Виктория. Всем всем до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Очень интересно. До свидания. До свидания.